Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть драконы всадники Олуха. Так, забираю свои 25 рун. И сегодня, насколько я помню, должно быть у нас событие. Так, 6 миллионов рыбы. Слабенькая награда, если честно. Очень слабенькая, я, наверное, сразу же тогда его отправляю, нашего беззубика. Конечно же, искать вот это вот. Все, пускай летит. Он полетел, но обещал вернуться. Так, Йохан, у тебя есть что-нибудь нормальное? Как всегда, жлобит, как всегда. Ничего нормального он нам не подсунул. Так, ну понятно, здесь шестеренки. Игровая площадка, давай бесплатно лети. У кривоклыка. Тусклый янтарь, да? Конечно же. Что тут может быть еще? Тусклый янтарь, хранение бесплатное. У Барсика выпадает что? Тусклый янтарь, понятное дело. Как только, ребята, в наградах есть тусклый янтарь, все, можешь не сомневаться, что именно он тебе и достанется. Очень редко, когда... Вот нет, чтобы пак, а? Всякую ерунду, а? Подсовывает. Давай заберем здесь рыбу. Блестящий янтарь. Давай откроем еще бесплатный пак. Нам чуть-чуть не хватает для того, чтобы открыть пак с ресурсами. Ну что поделаешь. Будем вот как-то так страдать, ребят. Давай, родной мой, полетел. Подожди, подожди, полетел. У нас там нет, все нормально. Я просто думал, может быть, там ему уровень можно поднять. Но нет, ничего подобного. Ты даже здесь тусклый янтарь выпадает. Господи. О чем вообще, ребята, можно дальше говорить? Ну, о чем? Так, лети за рыбой. Ты у меня тоже полетел за рыбой. Обучить. Не могу я тебя, парень, обучить. И рад бы, но не могу. А здесь неужели сейчас... Да вы... Вы серьезно? Офигеть, ребят. Уже сверхборзость, как по мне. Сверх, понимаешь? Подожди, подожди, вернись. Вернись, вернись. Один уровень надо идти. Опа! Отлично, ребят. Такс. Ну ладно. А, у меня даже. У меня не хватает, ребят. К сожалению, у меня не хватает железа, чтобы поставить на прокачку так, а этого, вполне можно отправить. Новая способность у громилёда. Теперь он может, ребят, собирать железо. Правда, пока очень мало, но главное, что он может. Там уже потом посмотрим, насколько он хорош будет, когда мы его прокачаем. Этого маленького крылатого стража тоже начну потихонечку прокачивать. Главное, чтобы он мне почаще под руку попадался, иначе я про него, ребят, забуду. Так, дерево, дерево, дерево. Да куда ты лезешь? Так, сломанный меч, тусклый янтарь. Странно. Слюна. А почему это? Типа перебор с древесиной, из-за этого я его не могу отправить, или что? Хорошо, давай я попробую потратить. Так, здесь за рыбу. А, вот здесь, например. Ну-ка теперь посмотрим. А, у меня просто заняты все места? Ну да. Я думал, что не хватает. Что он не летит у меня? Оказывается, просто-напросто не хватало места. Так, сезонный абонемент. Начать новый сезон. Ну, нам это не страшно, ребят. Мы с вами успели обменять все награды тогда на паки. Так что...
Ох ты, 120 железа. Ну, спасибо за такой приятный подарок. Так, понятно, здесь руны, опять же, тусклый янтарь. Пускай он бежит. Ага, редкий пак, ареновский. Громыль, ужасное чудовище, лаварык, громорок, алая плеть. И, к сожалению, все. Так, что у нас тут слишком много чего-то такого? А, ну тут в основном бонусы. Ага, найти цветок. У нас цветы теперь, вот. Теперь мы должны собирать цветочки какие-то. Давай, подправим его, пускай летит. Тоже на поиски. А здесь поставим на обмен блестящий янтарь. Так, друзья, смотрим по событиям. Угу. Свирепый против хранителей. Ну что же, я не против, ребят. Я абсолютно не против. Подожди, а что за банки? А, у нас же новые события, поэтому там банки. Теперь мы должны забирать банки, я понял. Так, ну что, значит, нам нужно, друзья мои, если здесь свирепые, то есть хранители, то нам нужно брать свирепых. Нам их нужно брать, но у меня их нету. Вот и все, вот и поговорили. Они есть, но не прокачаны вообще. Просто вообще не прокачаны. Так, хватит там выделываться. Надо было слабину на него повесить, да и все. Пускай теперь посидит, послужит, как говорится, нам. Так, бомбим. Укус. Вот так. Естественно, с его стороны промах идет. И добиваем. А на последней волне у нас кто? Я вижу Костолом. Я с него начну, ребята. Этот хмырь мне не страшен. Он ничего толком не делает, поэтому... Поэтому плевать я на него хотел. Пускай там барахтается. Так. Укус. Конечно, было бы неплохо, ребята, вот так вот сделать. И добить. Вот и все. А на колесе нам достается древесина. Причем мало очень древесины. Так, забираем с тобой. Что это? Загадочный пак. Раз, два, три. Ну, в принципе, ребята, да. На одну заходку это событие. То есть 5 энергии мы здесь с тобой оставляем. И 125 рун у нас там выпадает. Это, наверное, самая топовая награда. 125 рун. Все. Банки мне особо там не сказал бы, что нужны. Так что на них даже базариться не стоит. Пускай они там лежат. Ну что, сейчас, в принципе, на следующем ходу уничтожаем вот этого Костолома. Я не знаю, через укус получится? Нет, придется тогда вот так делать. Ага. Че, и музыка пропала, что ли? Музыка пропала, барабаны бьют. Понятно. Зря ты это делаешь, пацан. Мы сняли ему защиту. Ну, в большей степени. И... Че, ты два раза ходишь-то, парень? Так, вот она, вторая волна. Здесь у нас громобой плюс мелкий громыль. Ну, громобой, ребята, чиркну на всякий случай. Хотя вот этот вот паршивец будет посложнее, потому что он фаербол свой выпускает. А этот что? Этот запрещает нам кастовать. Кастомайзер несчастный. Так, ну что, сейчас он, наверное, скорее всего, фаербол в меня. Ну, естественно, ребят. Как же он без фаербола-то? На тебе. Так, и... Сейчас прижучим. Готово. А на колесе нам выпадает...
Ага, необычный дракон. Ну что ж, замечательно. Так, друзья мои, вот они, 150 рун. Я их забираю. Давай, забираем эти руны. Слушай, может быть нам выйти, чтобы музыка хоть появилась какая-то. Заодно откроем с тобой набор. Громобой. Понятно. Просто, ребята, громобой. Так, еще одна награда. 30 еще рун. Ну а в этом паке что нам? Монеты улик. Кстати, мы можем с тобой купить пак с ресурсами. Хакату. Хакату это обычный, да? Разместить. Так, теперь дай вспомнить мне этот пак с ресурсами. Все время я забываю, где он. По-моему, тут. Набор сокровища, да? Это же. Ну что ж, берем. Смотрим. Редкий, обычный, 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 редкий. Ну, я даже не знаю, что сказать, ребят. Ну, какая-то фигня выпадает, на самом деле. Постоянно причем. Вознесение. Так, а нафига мне показывать, если у меня все равно никого нету? Кто это такой? Приключения цветут и пахнут. Премиум. А кто? Что? Как звать-то тебя? Путифлора? Оу. Цветохруст. Фейерверк у меня есть. Призмадук. Называет его Призмадук. Дьявольский дервиш. Вот дьявольский дервиш мне нравится, как выглядит. Прикольный такой. Мелкомрак. Остальные все есть. Кревет. Песчаный призрак, мелкомрак, песчаник тоже, по-моему, есть. Грязи плюха вроде бы как нету. Владыки бури, по-моему, тоже нету, ребят. Но фейерверк есть точно. Но цветохруст прикольно смотрится. Такой прям яркий такой, знаешь, сочный. Так, ну да ладно, яркий, сочный. Нам надо двигаться дальше. У нас продолжение боевки. Раз, два, три. Три поединка и все. И это событие будет у нас пройдено. Так, костолом плюс хрустогряз. Шучу, ребят, какой хрустогряз? Нет, конечно. Я же забыл, как его величать-то. Но снять с него защиту нужно обязательно. Костолом. Костолом начинает выпендриваться, ребят. Ать. Понял, что делает? Глушит. Глушит клуша, а? Ты посмотри. Так, два удара сюда. Потом, что потом? Потом хиляться, наверное, нам надо. Хильнемся, укусим. Протараним, потом еще раз. Только подожди, лучше так или... А, тут две волны. Давай тогда так сделаем. И добить. Добить, 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 еще раз добить. Вторая волна, ребят, кто у нас там? Костолом, громобой. Блин, и все. И все стражи. Все как один, все на подвор. С ними дядька Черномор. Вот этот вот. Так, он, по-моему, если не ошибаюсь, щиты ставит, да? А этот на третьей энергии сейчас будет блокировать. Я даже знаю кого. Ну, я не думал, что Барсика на самом деле. Я думал, что Штормореза будет. Ну, ладно, фиг с тобой. Так, сделаем. Последняя, да, у нас волна здесь. Сейчас мы громобоя шлепнем. Так, понижаем защиту. Есть. Ну что, рогобой, все? Да плясался ты. Ты остался один. Ты тут никто, и звать тебя никак. И быстренько мы тебя сейчас расчекрижим. Ну, давай, что ты там.
Сейчас щиты, нет? Я думал, щиты будет на себя ставить. Нет, он почему-то... почему-то, ребят, не стал. Ну и правильно. Ну что, на рулетке нам выпадает древесина. Ладно, допустим. Заберем с тобой два блестящих янтаря. Офигеть, награда. Ну что, друзья, и мини-босс у нас впереди поджидает. Посмотрим. Дайте мне одну волну, а, пожалуйста. Нет, дают две волны. И, кстати, боссы, наверное, тоже, я так понимаю, будут хранителями. Только хранитель хранителю рознь. Не забывай об этом. Это-то обычные рядовые мобы. У них хпшки-то все. А у боссов все намного жестче. Поэтому, если он будет хранитель-босс, блин, тяжело будет его разбирать. Сейчас будут разбеги по ходу дела, да? Так, минус один щелкнули. Разбег будет. Ну, естественно. И ведь знает, куда бить. Он бьет именно... Давай так сделаем. Именно туда, куда его не просят. Я надеюсь, я успею хильнуться. Так, сюда бомбим. Давай, родной. А, вот как. Давай, помогай. Молодец, красавчик. Просто выносит с удара. Сделаем так, укус. Понижайку. Блин, это еще только первая волна. Вырубил. Так, ну что, здесь то же самое, ребят. Два костолома плюс рогобой выпадает. Если взялись за одного плотника, то давай его тогда прижимать. Снижаем, естественно, броню. А это у нас босс. Мини-босс, точнее, ребят. Так, это две энергии. На третьей энергии что он сделает? Да ничего, просто разбежится и все. Так, барсик. Через хил попробую. Ауч! Чуть-чуть, буквально чуть-чуть не хватило, ребят, уничтожить нам первого костолома. А вот сейчас будет жестко. Сейчас будет разбег. Сейчас будет разбег. Но кривоклыку это не особо страшно, потому что он имеет, друзья мои, как сказать, ну, не иммунитет, а преимущество перед стражами, поэтому все атаки он выдерживает на ура. В отличие от того же самого барсика или штормореза. Но есть. Давай-ка сюда. Ты спросишь, откуда такая тема, ребят? Ну, смотрите, вот у нас. Вот у нас. А где хранители? Поэтому у нас преимущество перед ними. Так, укусили. Что? Щиты на себя вешаешь там? Давай-ка, пацан, завязывай с этими щитами, со своими дурацкими. Начинает мне тут. Ну, опять. Нет, сейчас на этот раз он просто хильнулся. Готов. 187 миллионов рыб мы забрали. Ну и последний, друзья, на сегодня поединок у нас. Это босс. Дали бы просто одну волну, чтобы меня тут не мурыжили. Нет, опять две. И тем более начинается, опять же, друзья мои, с мини-босса. Поехали. Начну вот с этого охламона. Просто не хочу, чтобы он здесь был. Чтобы он бафал или еще что-нибудь делал. Так, а теперь уже вот эти вот остаются у нас. Само собой, начинаем не с главного, а с приспешника. Чем быстрее мы его вырубим, тем будет нам лучше. Мы тогда сможем с тобой вешать спокойно слепоту. Вот на этого. И спокойненько его потом разбирать. Готов. Так, он остался один, последний. Сейчас будет разбег, 100%. Оглушение было. Теперь моя очередь, ребят. Я повесил на него слепоту. По-моему, что-то у него с инициативой. Мне показалось.
Ну, давай, промахивайся, все. Через отхил, ребята, чтобы здоровье восстановить. Ох, ёк, макарёк, а вот это уже похуже. Да, тут ветрокрыл. Плюс два костолома. И нам, наверное, без отхила лишнего не обойтись. Скорее всего. Так, Барсика хильнул на всякие пожарные. Этого ушатали. Ой. Фу, нам повезло, что вот этот стал ходить. Если бы вот этот бы ходил первым, потом этот бы, ребята, мы попали бы на суперудар. Но нам повезло. Нам, ребята, повезло. И сейчас вот так вот сделаем. Опа! Великолепно. Давай свой суперудар. Есть. Бамс, просто вынес ему. Так, ребят, просто бомбим. Ничего абсолютно не тратим. Сохраняем энергию на слепоту. И вот так вот потихоньку-потихоньку мы его слепотой и добьем. А кто еще бы здесь, ребят, такой смог бы сделать, а? Какой бы дракон? Вот это хорошо, что у Кривоклыка есть. А вот другими как играть здесь? Я без понятия. Ну. Так. Блин, какой же он живучий, ты посмотри. Не понял. А почему... А, я потратил, ребята, я потратил на суперудар. Ё-моё. Я думаю, что-то не то. Почему, думаю, не хватило мне на этот... На слепоту. Так, ну что, я думаю, теперь, наверное, можно, ребята, полностью применять все наши атаки. Тут ему осталось жить шиш да не шиша. Ага. Так, еще. Ну и Кривоклык его, наверное, ушатает уже. Если бы он не отхилялся бы, да, ушатали бы. Ну что, событие пройдено. А на рулетке выпадает древесина. Как я этому рад. В кавычках слов прям нет. Так, ребят, ну что, вот они 200 наших, я не знаю, как склянки, банки, что там. Что там такое? Праздничные светлячки. Ладно, пускай будут праздничные светлячки. Так, здесь я ничего не буду играть, потому что все у нас там пока все забито. Ну, да, можно, можно смело заканчивать эту серию. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.